Сегодня югорские парламентарии соберутся на очередное заседание окружной думы, 10-е для этого созыва. Народным избранникам предстоит проработать больше 30 вопросов. В частности, они рассмотрят изменения в закон о комиссиях по делам несовершеннолетних. Эти изменения устанавливают дополнительные механизмы борьбы с побуждением детей к суицидальному поведению. Кроме того, выслушают доклад об исполнении регионального бюджета за первое полугодие, а также рассмотрят предложения по внесению изменений в бюджет на 2017 и плановый период на следующие 2 года. Основной акцент был сделан на внутрипрограммном перераспределении. И правительством предлагается около 1,1 миллиарда выделить на выкуп жилья. Также в районе 900 миллионов предлагается направить на повышение зарплаты, поэтапное повышение зарплаты по указам президента. Около 350 миллионов будет выделено на подготовку к осенне-зимнему периоду. Также будет усилено финансирование социальной сферы, социальных программ по бюджету. Отмечу, что в заседании впервые примут участие депутаты, довыбранные недавно на вакантные места. Александр Зеленский и Ирина Урванцева в новом для себя статусе уже попробовали свои силы на заседаниях думских комитетов и депутатских слушаниях. Продолжить работу по тем социально-ориентированным проектам, которыми я занималась еще до избрания депутатом, потому что я работаю главным врачом и имела для решения тех или иных вопросов, я взаимодействовала с исполнительной властью и, в общем-то, я планирую продолжать эту работу в рамках своей профессиональной деятельности.